Вы когда-нибудь были донором? Эта процедура считается актом доброй воли во всем мире. Неравнодушные люди готовы пожертвовать свою кровь во благо других. Так в Щелковском городском округе в перинатальном центре в среду состоялась акция «Я твой донор». Ну, человек-донор, который хочет сдать кровь, он должен являться гражданином Российской Федерации, ему должно быть не менее 18 лет, и весить он должен не менее 50 килограмм. С паспортом, не имея хронических заболеваний, то есть нигде не стоит на учете у врачей по тем или иным заболеваниям, он приходит на донорский пункт, проходит регистрацию, его заносят в компьютер, он регистрируется, потом идет в лабораторию, сдает анализ крови на группу крови резус-фактор, экспресс-анализ и на установление гемоглобина. Добровольцы сдают цельную кровь, тромбоциты или плазму крови. Как правило, процесс занимает от 5 до 15 минут. Донорам выдают справку об освобождении от работы на 2 дня и компенсацию на питание 5% от суммы прожиточного минимума. Цельную кровь разрешается сдавать один раз в 2 месяца, но не более 5 раз в год. Объем крови на сдачу 470 граммов, 20 из которых идет на проверку отсутствия инфекций. Помимо обычных граждан, кровь сдали и медработники центра. Всего около 60 человек. Мы сегодня сдаем кровь всем нашим коллективам. Очень приятно, что нам не нужно идти и отдельно сдавать кровь. Очень радостно, что это мы проводим на нашем рабочем месте. Мы очень рады, опять же, третий раз мы рады, что мы оказываем помощь нашим пациентам. И всегда и всем коллективам без исключения очень отзывчиво приходим на данную акцию. Поучаствовать в акции и сдать свою кровь призывают как можно больше молодежи. Специально для этого в соцсетях создали специальный хэштег «Я твой донор», пройдя по которому молодые люди смогут узнать, как их ровесники уже существенно оказали помощь нуждающимся. Мы стараемся донести до молодежи вообще саму миссию движения. О том, что добровольческое донорство в России очень важно с точки зрения поддержки жизни других людей. В Московской области Российский Красный Крест и движение «Я твой донор» на весну-лето 2019 года наметили очень большой план работы. Это не только непосредственно донорские акции, но это и различные такие вот небольшие проекты и акции, связанные со здоровым образом жизни. В акции приняли участие и волонтеры городского округа Щелково, которые следили за тем, чтобы каждому пришедшему до процедуры предложили сладкий чай, а после фруктовый сок. Также всем сдавшим кровь вручили специальные карточки донора и значки. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.